Моей бабушке требуется инвалидное кресло. Ее поставили в очередь. Но ждем уже второй год. Подскажите, каков порядок обеспечения инвалидов и есть ли установленный законом какой-то срок? Реальных сроков нету, потому что поступление реабилитационно-технических средств – это такая большая проблема. Первый квартал вообще практически ничего не поступает, потому что все инвалиды являются федеральщиками. И деньги на все это поступают с федерального бюджета. Но люди многие не понимают, что и администрация в этом помочь не может, и даже соцстрах, который занимается этим, потому что нет денег, нет реабилитационных средств. Но коляски, они поступают вообще очень редко. Поэтому люди годами стоят на очереди. Вот у нас инвалиды-колясочники, но они уже давно получают коляски. У них срок коляски уличной 4 года, комнатной 5 лет. И вот каждые 4 года они пишут заявление в соцстрах, и их сразу ставят опять на очередь, и они годами ждут. Вот у нас такие инвалиды есть, они сами ремонтируют их, но приходят коляски очень плохо. У соцстраха на начало года, каждого года, остается очень большая очередь. Тендеры выигрывают частники. Частников особо не волнуют, какие они коляски получают, покупают, какие памперсы, какие пеленки. Ну, это настолько низко, и они пытаются развозить сами. Хотя у них в договорах написано четко, что они обязаны доставлять до каждого инвалида, то есть на дом привозить. Они приезжают, вот коляски выдают и зимой, и летом на стоянке напротив Ленина 101. Вот представляете, в зиму, а очередь-то большая, все хотят получить. И получаете, в зиму там люди замерзают. Летом вот выдавали вот здесь, возле соцстраха. Скорую вызывали, люди сознание теряли. Поэтому этот вопрос непробиваемый. Короче говоря, и мы этим вопросом занимаемся, и у нас эти наши инвалиды центрального управления являются депутатами Госдумы, и они вроде пробивают, но ВОЗ и ныне там.